Добрый день, уважаемые зрители. Начинаем наш вебинар «Безиндикаторный анализ основных валютных пар». С вами Кирилл Рудович, менеджер-преподаватель официального партнера Альпари в городе Минске. Напомню для всех, что можете задавать свои вопросы в чат. Пишите, что хотите спросить, уточнить. Я ваши вопросы вижу, на них сразу же отвечаю. Для того, чтобы задать вопрос, достаточно авторизоваться в личном кабинете, ввести логин и пароль на сайте alpari.ru. Для тех, у кого личного кабинета пока еще нет, можете его зарегистрировать, пока буду рассказывать. Регистрация абсолютно бесплатна, ни к чему не обязывает, отнимет у вас буквально 2 минуты вашего драгоценного времени. Напомню, что проводим мы анализ без использования индикаторов, смотрим уровни поддержки и сопротивления, смотрим, как ведет себя цена на этих уровнях, и дальше уже принимаем решение о торговле. Если есть какие-то интересные моменты по поводу сделок, я обычно это обращаю ваше внимание. Что ж, давайте начнем, как обычно, с обзора календаря экономических событий для начала. Да, что называется, посмотреть, какой сегодня день, что будет, чего не будет, и что можно вообще ожидать от текущего дня, чтобы не попасть на какую-нибудь сильную новость, дабы не создала она нам каких-либо проблем. Ну, по Австралии куча статистики была, я думаю, многие уже посмотрели, как все это дело отработано. Это уже дела давно минувших дней, что называется. Плюс 13-го выступление главы Банка Англии Марка Карни. То есть это тоже все было. Вот, осталось немного статистики по США. Напомню, что вчера в США был День независимости, поэтому торговли как таковой не было, в принципе, да. Вот, немножко тут будут производственные заказы. Я не думаю, что будут какие-то сильные движения, сильные подвижки. Можно торговать теханализ, можно торговать те идеи, те сигналы, которые дает именно нам технический анализ, которые дают нам графики. Что ж, давайте переключимся на графики, посмотрим, что у нас есть. Сейчас пока у меня открыты три позиции, мы будем идти по порядку. Каждый подробнее я расскажу, в чем идея, в чем смысл и где, скажем, пора будет уже выходить из позиции. Да? А по евро-доллару, обратите внимание на евро-доллар. Вчера мы, в принципе, так и решили, да, что не то, что решили, а спрогнозировали, что вряд ли он выйдет за пределы коридора, вряд ли он обновит данный уровень 1.1150, 1.1160. Да? А пока такая же идея и остается. Я думаю, что он либо евро-доллар продолжает двигаться в боковике данном текущем, да, тут ширина, в принципе, не такая уж и маленькая, 50 пунктов, но в целом для хорошего движения этого пока еще недостаточно. Я придерживаюсь идеи того, что евро все-таки продолжит двигаться дальше наверх и вернется там на отметке 1.1350, 1.14. Поэтому пока больше рассматриваю именно позитивный сценарий по евро и при возможности буду искать точки для входа в покупки, точки для открытия длинных позиций по евро-доллару. Пока же, ну, к сожалению, не вижу я никаких сигналов для движения ни наверх, ни вниз, и ну, для меня, скажем, пока непонятна сама структура движения. Поэтому по евро-доллару каких-либо сделок пока не будет, и тем более есть, скажем, ну, были, по крайней мере, более интересные, более выгодные входы. Пока же на ближайшее время, как я уже сказал, ожидаем евро-доллар в этом же боковике в коридоре. Возможно, вернемся к нижней границе. Вот. А принимать уже решение, торговый покупать, продавать надо по выходу за эти границы, по выходу из боковика. Пока же этого выхода не наблюдается. Вероятнее всего, по евро-доллару будут какие-либо сильные движения только в пятницу. Это на нон-фарма. Да? Завтра будет ADP, предварительная нон-фарма, возможно, что-то и двинется, но какое-то существенное мощное движение, я думаю, что стоит ожидать до наших целей, это именно в пятницу, не раньше пятницы. Да? Ну, соответственно, по франку все то же самое, только в обратную сторону, вниз. Да? Эту продажу мы уже давно видели, давно сопровождали, но в ней не участвовали. Да? Можно, кстати, попробовать, хотя нет, не надо уже пробовать ничего по франку, не надо ничего придумывать. Надо было заходить раньше по 97.70, 97.80, а сейчас уже лучше не соваться и все-таки просто понаблюдать со стороны. Потому что евро-доллар и доллар-швейцарский франк, эти валюты, я напоминаю, скоррелированы в обратную сторону, если одна пара движется наверх, вторая вниз, поэтому ну, нет смысла пока, собственно, ввязываться во все это происходящее. Да, по фунту, что у нас по фунту?
Как я уже говорил, фунт торгуется, ну, со своими идеями, плюс выступление Карни, видимо, никакого позитива он для фунта, ну, не обозначил, не сказал, возможно, ожидали чего-то большего от него. А фунт продолжает обновлять минимум 1.31 сейчас. Развернется он с 1.31, не развернется, не знаю. Одно могу сказать, что сейчас шортить как-то, ну, не с руки. Почему? Потому что делать это надо было раньше, да, хотя бы на 1.33, 1.32. То есть сейчас можем нарваться либо на какую-то коррекцию, либо на отскок. Поэтому ну, по фунту сделки какие-либо пока не рассматриваю. Да, опять же напоминаю, что пока не вернется фунт ликвидность, пока не вернется нормальная техничность, рассматривать сделки по фунту пока не будем, потому что много здесь истерии, много тех, кто завис со сделками по фунту, много тех, кто сидит в минусе, против кого еще до сих пор движется, многие усреднялись. Пока, собственно, не закончатся все эти страдания, пока, ну, не придет, опять же говорю, ликвидность, да, в этот инструмент, ну, здесь что-либо торговать достаточно сложно. Плюс дикая волатильность, изменения идут не то что по пипсам, да, изменения идут пунктами. Там, по 5, цена может прыгать по 3, по 5 пунктов, то есть вверх-вниз, поэтому, ну, торговля некомфортная, и лучше все-таки этот инструмент пока обходить стороной. Но это на мой взгляд. У каждого, конечно же, свои приоритеты, свои идеи, свои мысли. А по доллар-иене вчера получили стоп. Стоп был небольшой, всего лишь 17 пунктов разворотом. А пытались что-то развернуться, но по итогу разворота такого не последовало и ушли пониже. Да? То есть я уже не набрасывал историю, там, в принципе, я думаю, помните, да, откуда мы там продавали, ой, покупали мы с этого уровня. 17 пунктов, я помню, было на стоп. Что сейчас по доллар-иене, ну, непонятно, да. Последнее время торгуется тоже доллар-иена еще как своеобразно, под стать тому же фунту стерлингов. То есть как вместе ходят, да, то же самое получается. Поэтому по иене пока каких-либо, ну, сделок я, к сожалению, не вижу. Может, даже и к счастью, потому что, ну, как-то все очень у них криво. Да. Можно попробовать, конечно, по иене сейчас зайти в покупки, если кто-то, ну, там, ищет сделки, да, можно попробовать отработать вот этот уровень, которого сейчас пытаемся разгоняться, ну и стоп под минимум поставить, по целям попробовать достигнуть хотя бы 102, да, отметки, то есть тут 20 пунктов, ну, если есть кого-то желание, если кто-то стоит в покупках по доллар-иене, можно, в принципе, держаться, можно пробовать заходить в лонги, ну, а если нет, тогда и нет, да, что называется, на нет и сюда нет, поэтому пока по иене, ну, такие взгляды. То есть небольшое движение наверх и, возможно, дальнейшее продолжение снижения. Хотя, ну, есть, скажем, предпосылки, что вернемся, возможно, там к 102.80. Да? Надо будет понаблюдать за иеной, может, что-то и получится. Ну, в любом случае, я пока, ну, такой необходимости не вижу. Да? То есть, ну, не тот это инструмент, который дает там баснословную прибыль, да, и большие деньги. По австралийскому доллару зашел я в продажи. Напомню, вчера отмечал, что возможно от этого уровня как раз таки отскок, продолжение движения наверх. Но, как мы видим, уровень пробили, не устоял и, в принципе, зашел именно в продажи с этого уровня. Да? А цели пока небольшие. Первая цель у нас тут порядка, наверное, 45 пунктов, по стопу 27, то есть 1 к 2 примерно. Соотношение чуть меньше, да, надо будет понаблюдать, посмотреть, как цена будет развиваться, двигаться вниз. Ну, видимо, не все пока хорошо в Австралии, как ожидали, как предполагали. Процентная ставка без изменений, плюс немножко там, не то что немножко, а какой-то, скажем, негатива немного по экономике, по экономическим параметрам, показателям, поэтому, собственно, и снижаемся, да. Вот, первую цель я обозначил здесь, хотя можно, ну, вторая цель отмечается на уровне 0.74 отметится. Вот, можно поставить просто здесь алерт и смотреть, как дойдет цена, смотреть, как она себя поведет, да, при подходе к этому уровню, если начнет замедляться, начнет
разворачиваться, пытаться развернуться, тогда можно будет ну, либо прикрыть часть позиции, либо все целиком, но попробуем все-таки взять большее движение, попробуем выжать из этого движения максимум, тем более, ну, вроде как серьезное намерение пока австралийца, и вполне вероятно, что ну, пройдем больше, чем, скажем, я первоначально планировал. Поэтому пока по австралийцу такой момент, да, но заходили на пробитие уровня, заходили, собственно, на стандартно, да, то есть пробитие уровня и возврат к нему, то есть весь и подход, вся и идея, да. А похожа очень ситуация по новозеландскому доллару, хотя, ну, казалось бы, в принципе, кроме как территориально, там, Новая Зеландия, Австралия не особо-то и связаны, да. Видим, идет откат, и, ну, возможно, будет поглубже этот откат. Возможно, будет, конечно, до уровня тут 0.70-0.71 вряд ли, но вполне вероятно, что где-то до отметки 0.7120, 0.7130 мы можем дойти. И, соответственно, если кто-то стоит в продажах по новозеландцу, по новозеландскому доллару, есть смысл пока держать позицию, есть, собственно, смысл ну, сопровождать ее. Да? Канадский доллар, зашел я в покупки. Еще вчера рассказывал, что возможен разворот канадца, да, показывал, обозначал примерно зоны. А это все дело связано с нефтью у нас. Мы нефть сюда для обзора поставим. По нефти вчера ну, предупреждал, да, что 49.40-49.30 мы можем вернуться по нефти. Но, как мы видим, дальше продолжается движение нисходящее. И дальше, собственно, ну, падает цена нефти, стоимость нефти снижается. Да? До каких, скажем, отрезков, до каких моментов, ну, важный уровень вот этот. Не вижу даже, что сколько он, 47.60, 47.50 примерно. Это важный уровень, который, технический уровень, который пока и определяет вообще движение цен по нефти. Видим, что от него тут уже несколько раз цена уходила наверх. Соответственно, если мы ну, дойдем до этого уровня, я думаю, мы дойдем до этого уровня, надо уже будет смотреть, как торговля будет развиваться именно на этом уровне. Будут какие-то предпосылки для разворота, не будут, будет ли какая-то возможность. Ну, а если этот уровень будет и вовсе пробит, то ну, не исключаем дальнейшее снижение цен, и не исключено, что по нефти могут быть серьезные движение именно вниз, то есть серьезное нисходящее движение. Пока же говорить рано, пока не дошли до самого этого уровня, надо посмотреть, как рынок вообще воспринимает эти цены, насколько, ну, насколько актуальны они будут и будет ли какая-то вообще реакция в принципе на эту цену. Вот, соответственно, исходя из этого, естественно, заходил и в покупки по канадцу в лонге. Говорил еще вчера по поводу, что возможно разворот на этом уровне, да, то есть разворот, в принципе, прошел, отличный был ход, хороший, а по риск-прибыли уже, в принципе, ну, вышли значительно, можно даже без убыток ставить, я не думаю, что будут такие глубокие коррекции, и дальше, как вы видите, канадец двигается наверх. То есть цель наша – это уровень 1.30. 1.30 – это, ну, важнейшая цель, почему? Потому что выше, ну, я имею в виду существенно выше, технично выше, а канадец пока еще не ходил, то есть там 1.30, ну, вот эти, скажем, уровни 1.3180, да, 1.3190, то есть это самые макушки, то есть основная торговля идет именно от уровня 1.30, и как раз таки он нам и будет интересен в дальнейшем. Поэтому, если кто-то стоит покупка по канадцу, я думаю, что это будет наша первая цель. Возможно, что, конечно, и продолжится движение и выше будет, да, но на первой цели мы пока и будем, я думаю, частично фиксироваться, будем частично прикрывать наш результат. Соответственно, похожая ситуация и по паре доллар-рубль. Вчера заходил в покупки, показывал вам этот момент, да. Вот. И несмотря на то, что тут просто дикий спред по рублю, по крайней мере, был вчера, сегодня он 64.15, 64.34, ну, 20 копеек, 19 копеек так и остается дикий спред. Лично для меня, ну, на мой взгляд, это огромный спред, но ничего, потенциал движения есть по прибыли, и вчера, как я говорил, что, скорее всего, открытие будет с мощным гэпом наверх, так и случилось,
И по рублю давайте, наверное, обозначим просто верхнюю границу, да, то есть в последнее время рубль тут в диапазоне ходил. Я думаю, что 64.80, где сейчас и отмечена моя первая цель, я думаю, что это будет первая точка фиксации прибыли. Дальше уже надо будет смотреть, ну, будет продолжение, не будет. Вполне возможно, что будет какая-то коррекция по нефти, рубль тоже откорректируется. Но в любом случае стоим пока здесь по 929 пунктов и 486, то есть практически 1:2 соотношение. Если удастся взять, то в принципе сделку можно считать положительной. Да? Дальше давайте глянем, что по золотишку. По золотишку, по золоту у нас пока... Ой. Ничего, вчера я обозначал, да, что по пробитию этого уровня можно будет шортить. Такого пробития, как мы видим, не было. Да? Огромный длинный хвост обратно, полезли обратно наверх. И, как мы видим, все-таки все именно так все и произошло. Да? Но это еще не все. Я думаю, что по золоту это пока первый звонок. И можно будет рассматривать все-таки продажи только чуточку попозже. То есть чуть-чуть попозже, ну, возможно, даже сегодня на американской сессии. Сейчас при повторном пробитии, скажем, уровня, при повторном уходе вниз, можно будет уже рассматривать продажи. Я думаю, что, ну, то, что тут попробовали развернуться, да, тут какое-то усилие приложили. А если второй раз пробьем, то, скорее всего, пойдем вниз, и можно будет как раз-таки по золоту поискать продажи, поискать шорт. Ну а по целям, первая цель — это будет у нас отметка 1.1330, вторая цель — это 1.1311. Я не думаю, что... Ой, просто 13.11, 13.30, да? Прошу прощения. Не думаю, что будет тут сильно глобальное снижение, тут какое-то глобальное падение. Хотя, что называется, всякое может быть, да, и могут быть различные ситуации. Поэтому по пробитию данного уровня рассматриваем, конечно, продажи. Но это не значит, что сразу надо по рынку молотить в продаже, заходить, не особо смотря что и как. Обратить внимание за то, как по серебру. Ситуация похожа, но серебро наверх не вытолкнули. Да? То есть каких-то здесь, ну, скажем, срабатываний, там, возможно, стопы у кого-то сработали по золоту, что так сильно оно улетело обратно наверх. Возможно, еще что-то, не знаю. Да? Но в любом случае по серебру ситуация была очень похожа, но по факту цена начинает снижаться. Поэтому что по серебру, что и по золоту, я думаю, ну, сегодня-завтра можно ожидать снижения, и можно поискать уже сегодня, поискать какие-то точки для продаж, попробовать, собственно, посмотреть продажи именно по серебру. Доллар-рубль пока противится, но я думаю, что разворот все-таки будет. Такой обзор по основным валютным парам, такой обзор по валютному рынку. Напомню, что 19 июля будет у нас курс торговля по уровням поддержки и сопротивления, где я, в принципе, буду рассказывать о своей торговой системе, как я торгую, как определяю уровни, из чего они состоят, как они формируются и как все это дело использовать в торговле, как это все дело использовать на практике. Есть еще места в группе, можете подавать заявки, стоимость курса условно бесплатна. Все, что от вас требуется, это только пополнение депозита на сумму от 1000 долларов, либо в эквиваленте и выше. Да? То есть эти деньги, они остаются у вас на счету, они никуда не уходят, не переводятся. Вы можете их использовать по своему усмотрению, можете торговать на них, можете вывести обратно и так далее. То есть важный момент – это только именно пополнение счета. 19 июля, 3 занятия, 18.00 по Москве стартует, собственно, курс. На этом все. Я с вами прощаюсь. Всем хорошего дня и до встречи на наших следующих семинарах.